Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем тут виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначил. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. За два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Что себе думает, у меня тут розочки? Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушки. Ну и немного сверху за три. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо, обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Как прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила.
Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Ты что, красный свет не видел? Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбаро, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, ходи все, сейчас. Что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу всем поставим 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! На-ка, выкуси. Давай-ка валим отсюда. Ох. Надо валить к черту отсюда! Взять? Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как же ты? Давай, выбирайся! Я стараюсь! Черт, копы! Ты себе же хуже делаешь! Прикрой меня, я открою дверь! Отцепи этих подковок! Выдержи их еще немного! Давай, помойка, открывайся! Так, есть! Мы выбрались, вида! Давай! Стоять! Полиция! Вам не уйти! Твою мать! Черт, снова ты! Нам сюда! Это единственный выход! Ну уже, Вита! Двигай тазом! Да ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешься и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Давай! Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно? Вон там! Стреляй! Черт! Господи, осторожней! Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Брати сюда, почти держа! Да нахрен! Столько мне не платят! Сюда! Так мы выйдем на улицу!
Черт, копы! Стоять, полиция! Вам... Почти! Выдержи их еще немного! Так, есть! Мы выбрались, Вида! Давай! Ты, долбократ, че застрял? Генри никогда не поверит! Идиоты! Пошли! Отвали, мусор! Ну, везет, ирландцев. Это что за хрен? Брайан Уни, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы, быстро в тень, скорей! Волнуйся, давай сумку, я заныкаю добро. Ладно, друг, увидимся дома. Не попадись только по пути. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вас понял.